пишет. Да, да, да. Всех с наступающим, всем счастья, всем добра, любви. Так. Let's go. Йоу, Баллер, на связи Kicks Contest, Леха Матрас, Fly White, вырываемся в 2023 год с обзором Adidas Step Back 3. Let's go! Кроссовки на тест нам предоставил магазин Store of Future. Это один из старейших магазинов с баскетбольными кроссовками. Он состоит в списке проверенных магазинов. Там есть несколько расцветок степбэков и много чего еще. Ссылки спрятали в описании. По размеру третьи степбэки садятся идеально. Не маломерят и не большемерят. Они не доставят дискомфорта как игрокам с широкой стопой, так и высоким подъемом. Тут у нас язычковая система, так что с надеванием проблем не будет. После надевания ощущается нереальная мягкость. Я даже не ожидал. Набивки прямо много везде. И вот необычное ощущение было, когда я почувствовал набивку в носовой части. Там реально ее большой слой. В общем, по комфорту кроссовки ну очень приятные. Ничего не натирает, шнурки не передавливают стопу, движения не сковывают, а времени на разбивку третьих степбэков не требуется. Конечно, из-за такого слоя набивки по всему периметру вентиляции здесь никакой нет. За это мы спишем балл, но накинем за невероятный уровень мягкости. За амортизацию в третьих степбэках отвечает пена, как я давно этого не говорил. Бэунс! И черт возьми, этот бэунс реально эволюционирует и отлично справляется со своими задачами. Тут так грамотно распределен его слой, которого достаточно как в носке, так и в пятке, при этом не потеряно чувство корта. Я провел в этих кроссовках много тренировок, игр, мастер-класс на бетонном покрытии. И даже прекрасный новогодний данк сэшн, и везде баунс справлялся со своей задачей. И на кроссовке я даже не отвлекался, хотя по идее это пена для бюджетных моделей. Протектор выполнен из двух разных материалов, резины пожестче и мягенький Icy Soul. Рисунком протектора служат концентрические круги и изогнутые линии. Вся эта система выдает отличное сцепление с кортом, причем даже если паркет запылен, тебе практически не приходится протирать кроссовки руками и можно сконцентрироваться на игре, делать разные остановки, степбэки и так далее. Пишу обрадовать всех тех, кто хотел приобрести наши вещи на Wildberries и все никак не решался. С момента выхода этого обзора там стартует трехдневная распродажа. Первый день ваша скидка на Wildberries плюс дополнительные 20%, по факту это примерно 50% в итоге. Второй день ваша скидка плюс дополнительные 10%. И третий день ваша скидка плюс дополнительные 5%. А вообще на некоторые позиции до 70% будет, так что успевает только 3 дня. Ссылки на наш Wildberries тоже спрятаны в описании. По материалам тут все лаконично, но бюджетненько. Корпус очень напомнил первые Янги. Из фурнитуры 6 пластиковых люверсов, ну и эти накладки по бокам. А, ну и петли для молниеносного надевания. К качеству сборки вопросов нет. Да и в целом кроссовки, особенно в этой расцветке, выглядят очень приятно. Надо сказать, что свою цену в 90 баксов, а в нашей стране 10 500 рублей на Store of Future, они вполне оправдывают. Вес составил 480 грамм в размере 12 US, что является адекватным весом, так как в пределах 500 и на дно они тебя не тянут. Эти петли по бокам, уходящие вглубь кроссовок, хорошо фиксируют переднюю часть стопы при затягивании шнурков, и нога там не гуляет. Пятка плотно прижата к пяточному стакану, который образован благодаря мощным нахлестам из мидсоли. По бокам и вверх она не гуляет. Прижать ее помогает дополнительная система шнуровки. Ярко выраженного бокового аутриггера нет, но подошва расширена и стопа не заваливается на бок. А вот со скручиванием проблему так и не решили. Никаких ребер жесткости и стабилизирующих пластин нет, поэтому при боковых нагрузках кроссовки подвержены скручиванию.
еще одни кроссовки показывают замечательные результаты на тестах, самое то для разыгрывающих и крайних игроков. Я лично реально не хотел их снимать и приступать к тестам следующих кроссовок, но снял и уже приступил. Кстати, с 11 по 19 января я буду в Нижнем Тагиле, если там есть кто живой, пишите мне в инсту, может мини-сходку сделаем. Кроссовки на тест нам предоставил магазин Store of Future. Не забывайте про распродажу на Wildberries, всех приглашаю к нам в телеграм-канал и на сайт, где можно найти все рейтинги. С вами был Леха Матрас Fly White, всем peace, кушайте супчик.